Жители села Акжар настоящими горожанами почувствовали себя сравнительно недавно, ровно с того дня, как к ним пустили городской маршрут. Интервал 1 минут, 15 минут. Каждый день в город ездят студенты. На работу сколько людей отправляются? Раньше с этим были сложности. Каждый день по 1500 тенге не выделишь. Сейчас, к счастью, все утряслось. Маршрут номер 147 обслуживают 7 автобусов, протяженность 60 километров. При этом, по словам и чиновников, и представителей транспортной компании, пассажиропоток здесь не более 200 человек в день. А потому все траты транспортников субсидирует акимат. Этот автобус на самом деле ездит по городу, заезжает в районы, о которых нас неоднократно просили люди. Например, остановка в районе Адырбекова. Кроме того, он ездит в микрорайон Нурсат в районе площади Ордабасы. Поэтому в городе пассажиропоток неплохой, но чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли добираться до города, было принято решение об открытии социальных маршрутов. Да, в этом районе всего 200 пассажиров, но мы не поставили сюда газель, потому что планируем постепенно избавляться от микроавтобусов. Траты перевозчиков, связанные с доставкой населения отдаленных районов, покрывает акимат. Отметим, маршрут номер 147 обслуживают большие автобусы вместимостью до 80 человек. Сюда они доезжают полупустыми, 1-2 пассажира. Нужно ли было ради этого гонять в этот район большой автобус? Так или иначе, население не устает благодарить акимат. Рахмет!